Что ж, друзья, давайте я вам покажу то, что я здесь смог себе сварганить. Это, во-первых, станцию, чтобы обновлять свой клон тела. Также самая моя эпичная, вот эта вот я на дезерте только смог достать аномалии. Вот. Это у меня все для добычи руды. Как видите, дофига. И обновляются они очень быстро и очень часто. Вот это вот вообще-то неоценимо просто и уникально, по-моему. То есть мне не надо париться, бегать где-то там ресурсы искать. Хотя, может, это и минус. Ну, как сказать минус? Добыть в дезерте что-либо довольно-таки геморройное, простите меня, занятие. Как видите, леса я здесь не трогал, аномалии постоянно появляются. Мне они вообще-то уже полностью целиком не интересны. Я пробовал с медведем где-то неподалеку бегать драться, но это глупое занятие, честно вам скажу. Я на 2 хп еле смог свои тапки унести, так сказать. Сейчас меня интересует... А, ну да, сейчас по дороге побежим. Пока у меня все равно там крафт идет, делать особенно нечего. Здорово, ребят, как дела у вас? Погоди-ка, я там что-то вижу, что ли? Стопы. О! Вот это уже интересней. То есть прям под моим носом было что-то. А ну это я эту травку собирал, бегал. Ну ночью делать нечего было. О! А вот это любопытно. Что это такое? Ага. Еще одна таверна типа. Что здесь надо сделать? Чтобы оно заработало. Собрал. Такие, знаете, вот мини-квестики. Собрал или что я тут там делаю? Так, достал. Опа. Ну давайте я сразу вдруг разделаем. Эй, друган. Не хочет разделываться. И сейчас заработает у меня все. Слушайте, да? Или еще нет? Ага, еще одна нужна. Сейчас, друзья, мы посмотрим. Где-то я что-то тут упустил. Где-то одно блюдце я упустил. А вот вопрос, где оно? Не запрыгнул? Лады. Ага, вот еще по... А, это типа яблоки. Слушайте, так здесь яблоня есть. Вон оно шо. Вот, ё-моё, я все думал, где бы мне яблоню хоть одну надыбать. Да вот, пожалуйста, лежат. Вот ядрить напополам-то, слушайте. Неожиданно. Лады. Так, яблони, наверное, надо с собой. Да идите в лес. И ты тоже. Да, кусают они больно, кстати. Слушайте, необычно. Это такая, знаете, ферма, пожалуй, могу сказать. Яблочная ферма. Ну, пока еще ничего не появилось. Значит, где-то что-то еще одно есть. Давайте тут волка попинаем. Ой-ой-ой. Лучше не будем. Предлагаю тихо, аккуратно смотаться. Надо подхилиться. Так, где у меня хилочки? А, блин, еще бы их найти вдобавок. Да, я знаю, целая куча вещей. Так, с этим пока я ничего не могу сделать, да-да. Сейчас мы эту загадочку разгадаем. Иди сюда, маленький. Может, от волков надо было освободить? Ну, вот волков я, к примеру, здесь больше не вижу. Так. Что-то где-то я здесь не вижу. Где-то что-то здесь всякое еще есть. Наверное, оно на крыше, да? А, во.
Я угадал. Так, что появилось? Так, зажегся костерчик. Отлично. Что я здесь могу сделать себе? Ну, тоже еду. Ну, ладно. Слушайте, вообще вот эти вот мини-квестики такие, догадайся, что сделать, очень мне нравится. Я думаю, собственно, вам, друзья мои, тоже понравится. Ладно. Наша задача не главная. Наша задача главная... Можно яблочки посадить? Блин. Игра хорошая, я вот сразу чувствую. Хотя, наверное, вы и сами видите прекрасно, что игра довольно-таки очень интересная. Медленно бегает просто, надо перегрузить все. Так, а это у нас... А, вот, здесь, кстати, траву собирать, кому интересно, и грибы. Если я не ошибаюсь. Ага. Удалять это не надо, это потом все респаунится. В некоторых случаях респаунится. Но красиво здесь все сделано, друзья. Очень красиво, мне нравится. Так, ладно. А, я в этом месте был, в котором еще не был. Так, здесь you name it. А, у нас тут уже еще и пещера есть, ё-моё. А туда бы не помешало, честно говоря, сбегать. До этой-то пещерки. Там же пещера с... Блин, там медведь же. Если я правильно помню, вроде медведь именно там. Или не там. Ладно, побежали, сбегаем тогда туда. Там я не был, один пень надо. Хотя бы посмотреть, что там оно из себя представляет. Не. Ну ни хрена тут волков-то понабежало. Ребят, сорян. А, ну я вижу упавшее дерево, от которого, видно, я сбежал. Вполне возможно. Ну, так они от меня отстали. Че за нафиг? Как видите, здесь довольно-таки живности бывает много. Понятно. Так просто от них не отвяжешься. Вот зараза. Мелкая и подлая. Да. Так. Недалеко осталось. Слушайте, я 1 километр довольно-таки, смотрю, бодро пробегаю. А, кстати говоря... А ну-ка возьмем-ка вот так вот. А, так тут карта всего лишь 5000 метров. О-о-о. Ну, сказать честно, не такая уж и большая, как я думал первоначально. 5000 метров. 6 километров, 10 на 10, значит, примерно на 5, ну, 6 на 4. Где-то вот такая вот карта. Ну, 24 квадратных километра, я думаю, это более-менее интересно. Здравствуйте. А полезнее ничего-нибудь можно? Так, сейчас сюда надо сбегать и посмотреть, там медведь был или нет. Я уж просто не помню. Не надо, потому что ножиком каменным медведя валить — это нерезонное занятие. Нет, завалить-то можно, что вы там сдохнете им махать. Я вам честно скажу. Сейчас надо вот сюда сбегать и посмотреть все-таки. Может, что-то и интересное найдем. Судя по знаку вопроса, я здесь не был.
Но вообще-то, помимо тумана войны, туман войны вам им надо было оставить вообще по-хорошему, так все разбираться. Сделать немножко по-другому надо было. Знаки вопроса в тумане войны просто оставить. Ага. То есть у нас здесь типа такое копилище ресурсов. Здравствуйте. Что я тут собираю? Цветы? Они мне не очень-то и сильно, чтобы понадобились. Ну, понятно, только зря время потерял. Так, куда здесь дальше бурвануть можно было? Ну, тут, скорее всего, через дорогу уже надо будет бежать. Мне... Ага, во-первых, надо посмотреть, что это за зеленая фигня. Я вот не знаю. Добежать вот... Ой-ой-ой-ой. Сколько там? 400. Шесть на шесть карт. Примерно карта 6 на 6. Значит, 36 квадратных километров. Ну слушайте, 36 квадратных километров, если... Нет, она не такая большая, как могло бы показаться. В Planet Explorer карта гораздо больше и гораздо ужаснее по своим всем просто параметрам. Так, ладно, друзья, я пока поплыл. Встретимся с вами, я уж сейчас через дорогу пробегу, чтобы нам второй раз путь не делать долгий. Так, ну что ж, поднялся я здесь на горочку. Довольно-таки просто поднялся. Здесь я еще не был. Ну, у меня, походу, опять вечереет. Это утро такое, уже фиг поймешь. Так, ладненько, давайте посмотрим все-таки, что здесь вообще, в принципе, есть интересного. Здравствуйте. А, ну это вот дорога, по которой я бегал, на которой я остановился и вернул назад, понятно. То есть я сделал просто тупо круг. Ну, лады. Бывает. Здесь я не грохнусь? Нет, не грохнусь, так что порядок. Так. Бежать мне надо как-то, блин, сюда спуститься. Такой, знаете ли, озорной вопросик. Стоит ли, в принципе, туда спускаться? Но хотелось бы. Так, здесь у нас вроде как аномалия просто. Да давайте спустимся да посмотрим, что тут такого-то. Животинок я пока не вижу, видно, еще не добавлена была большая часть. О, аптечка. Это, как всегда, хорошо. Так, а там у нас что? Камни. Так, стоп, что у нас так? Ели. Сосны. Неплохие, кстати, деревья неплохие. Хотя, может, животинка не прогрузилась? О! Ага, привет, друг. А вот это может быть полезно. Хотел бы я знать... А, так я могу увеличить производство именно даже на этих маяках. Ёшкин ты матрёшкин, я чё-то как-то такого не ожидал. Там грибочки и травку сразу. Трава мне нужна, но хотя вряд ли она мне пригодится. Пока на данный момент. И мне интересно сбегать, что здесь за такой билдинг. Я просто хочу, может, где-нибудь здесь есть место, где можно хоть нормально фрукты и овощи повыращивать. Росток пригодится. Так, потом надо яблони, наверное, посадить будут. Мне вот интересно, здесь есть какие-нибудь места такие, знаете, адовы? Воу! А это глюк просто? Нет. Там что-то есть.
Это чё, блин, леса такая была? Да вы издеваетесь. Может, торч себе сделать? Ладно, давайте хотя бы добежим до места нового этой вот стройки, посмотрим, что там интересного есть. Но пока да, мир немножечко пустынный, как бы. Вот еще одна площадка для строительства, как вы можете обратить внимание. Я что-нибудь особенное могу строить или то же самое? Сейчас как раз в этом и посмотрим. Нет, друзья, все то же самое. То есть что там, что тут. Я надеюсь, здесь будет потом введено нападение на ваше село. Но насчет по большей части новых, так сказать, вот человечков, чтобы они у вас там бродили, пожалуй, нет. Это будет много слишком жрать процесса. Ой, ужас-то какой, сколько здесь всего. Ну да, обычная просто зона для постройки. Ничего особенного нет. Так, а куда мне вообще так устремиться? Блин, туда что ли попробовать рвануть? Или вот так вот по верхотуре? Ну я думаю, добегу все-таки хотя бы до одного места. Там пустыня у нас как раз. Пока новых животинок здесь нет. Ну что ж, друзья, я пока уйду на паузу. Здесь, собственно, уже довольно-таки глазовыколупывательная ситуация. И вернусь к вам спустя некоторое время. Что ж, а вот и утро. Ну, пойдем посмотрим, что в этой пещерке. Помимо, блин, ресурсов, надеюсь. Медведь, да? Ой-ой, больно было, блин. Так. Ты чё там, Мишань, заболел? Лошара. Так, ну ладно, у меня ведь теперь есть медвежья кожа, а это уже... Блин, я даже не знаю, нафига она нужна. Ну да. Место скопления ресурсов, которое, по сути, мне сейчас абсолютно полностью бесперебойно бесполезно. Лады. Так, куда нам там дальше надо подчесывать? Вот сюда, да? Я думаю, до пустыни доберемся, посмотрим хоть что там такого интересного. Вон какое-то строение, сейчас взглянем на него. Интересно, здесь есть остатки каких-нибудь городов помимо аномалий? Не, ну аномалий надо всяко тут больше. Так, стоп, у меня рана. Черт, я что-то и не заметил совсем этого. Такс. Ну, кровотечение-то я остановил. Да, нет. Ага, это зараза. Да вы чего? Вот все залечил. Прекрасно. Лекарь, блин, 2000. Да ёшкин ты матрешки. Что ж тут такого занимает так много места-то? А,
Я же забыл, я тут дерево по ночам рубил. Так, а ну-ка сейчас сделаем тогда пару себе бандажек. Ладно, пошли далее пока. Пилочки есть, продержимся. Я, о, блин, весь кайф не испортил. Ну, мужик, так ж красиво было. Это еще б хрень за мной не летала, а то напрягает. Ладно, если бы она там еще, не знаю, стреляла, что ли. Она вообще ничего не делает. Да, я только теряю, блин, здоровье свое. Вообще мило. Так, что у меня там? Ну, они пока делаются. Делаться они будут довольно-таки долго. А, это часть дороги еще одна. Интересно. Так, и как же мне тут захилиться-то, ёперный ты матрешкин. Капец какой-то. Профукал почти все хилки. Нет, не почти все, а все. Ну да ладно. Может, оно со временем закончится. Так, а там у нас что вообще? Ага, это я пытаюсь вернуться якобы обратно. Нет, мне обратно не надо. Это я как-то не обратил на это внимания. Ну, походим давайте по горам. Все-таки места красивые, правда, вот эти вот баги с появляющимся не пойми чем. Довольно даже забавно. Ага, тут типа такая виртуальная тропиночка. Я так полагаю, игра пока идет в стадии доделывания, собственно, мира. Это неплохо. То есть животных здесь и остальных еще NPC толком не добавляли. Ну, как сказать, добавили только несколько видов, да и все. Здесь вот реально не хватает того, чтобы на вашу землю, к примеру, там нападали, всякие нападения были. Вот, надеюсь, это сделают, потому что пока смысл делать там тот же забор, делать там 10 лесопилок. Я примерно понял, как это работает. Надо одну лесопилку делать, потом ее улучшать. Все равно должны лесопилки Т1 быть, Т0, Т2 и так, вплоть все до Т10. Чтобы проблем не было никаких. И также же с остальными, так сказать, предприятиями. Но, блин, тут вопрос, конечно, еще тот. Массовый геноцид, друзья. Ну, хотя это не геноцид, ну да ладно. Добыча еды. Не, вот единственное, что мне нравится, что здесь хотя бы нет таких кровавых сцен, как в других играх. Просто убивает меня это. Не вижу смысла никакого даже это примерно делать. Так, давайте-ка покушаем. Ну, можно водички попить, конечно. Хотя можно и не делать этого. Так, что у меня там пока делаются, да?
Зачем, спрашиваете, это делаю из вредности. Люблю я вот мясо собирать. Как ни крути. Так, ладно. Стамин у меня заканчивается довольно быстро. Значит, надо категоричные меры к этому принимать. Только вот найти бы эти меры, блин. Ну, к примеру, чаек можно взять. Полагаю, оно стамину восстанавливает или нет. Сейчас проверим, кстати говоря. То есть что-то как-то этим не пользуюсь, хотя я где-то под 500 банок уже продал, кому интересно. Ага, обелиск. Здравствуй, друг, здравствуй. Так, по ним я перемещаться могу или нет, блин? С перемещением, кажется, здесь все-таки не сделано, да? Ну, не так долго осталось, собственно, бежать. В этой серии-то я вряд ли добегу. Давайте-ка тогда... к этому местечку добежим. Так, я хоть поставил галку? Блин, походу нет. Теперь поставил. А, вот, вижу. Хорош, если спотыкаться-то как инвалид, не знаю, на ровном месте. Не, ну здесь красиво. Блин. Солнышко немножечко мешает. Да ладно, кабанята. Здравствуйте, ребята. А здесь уже уровни-то покруче, покруче. Так, кабаны, значит, есть. Хрена тут их толпы. Вот это уже интересней. С мясом здесь точно никаких проблем никогда не будет. Есть только проблемы, походу, с переделыванием Т1, Т2 и последующие вариации. Вот это да, проблема, походу, большая, и то очень. Я примерно уже говорю, предполагаю, как ее решить, но надо как-то будет с этим аккуратно делать. Ну да, здесь походу некий мир кабанов такой. Сваливаем. Чай надо, кстати говоря, научиться готовить, если честно. Так, там у нас цветы, да? Слушайте, какая полянка-то хорошая. А почему здесь строительства нет, а? Свинство. Вот здесь вот строительство было бы самое то. Смотрите, какая красота. И озеро рядом. То есть я шел сюда ради вот этой вот ботвы. О, ну да. Ну и что за аномалия? Давайте посмотрим хотя бы.
Че, зря перся, что ли? Ага, спасибо, но нет. Вот сюда мне точно неохота. Странно, если честно, как-то это все. Знаете, мне надо реально сделать, чтобы каждый квадрат... Вот было две основные аномалии, к примеру. 2500 и 1600 года. И чтобы они сделали так, что по карте вообще совершенно уникальные аномалии были разбросаны. Хотя тут в двух аномалиях можно набрать абсолютно всех ресов. Но, наверное, они потом это переделают, сократят ресы. Но хотя, вообще-то, эти две аномалии, по сути, блин, либо убрать чертежи, чтобы надо было по карте бегать их искать. Ну, либо я не знаю, что тут придумать еще. И там, кстати, под пещерой, походу, какой-то вход есть. Или меня глючит. Я в воде могу чай пить, но все. Я уже все, наверное, увидел, что только можно. Ну, вот, вообще-то красивое местечко, красивое. Нечего сказать. Вот здесь бы строиться начать, вот это да. Где вот над водопадом, под водопадом. Ну, говорю, жалко, не везде, где вы хотите, можно построиться. Ну, это как бы и минус, но и свои плюсы должны быть. К примеру, не лагать. Хотя бы. Так, и куда нам там дальше надо чесать? Можно сюда наверх, конечно, сходить. Давайте сходим, посмотрим, что там. Так, тут у нас мелководье. Так, а ну-ка давайте здесь немножко порыбачим. Оу. Может, тут что-нибудь поинтереснее можно хотя бы найти. Да что-то я ничего не вижу пока. Ну-ка. Блин, вообще ничего особенного. Сейчас еще один последний заход. Ну, эти все чертежи уже знаю. Чего-нибудь особенного? Ну, 2045, да? Стоп, стоп, стоп. А там какие у нас года? Может, что-то и есть особенное. А. Все то же самое. Вот это вот обидно, если честно. Я еще и перегружен, что ли? Вроде нет. Сейчас наверх заползем, посмотрим, что там. Привет. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, серию буду заканчивать. В следующей серии побежим уже дальше вот к этому месту. Я все-таки планирую хотя бы в этом сезоне посмотреть, вот что это за хреновина такая. Потому что их тут несколько. Надо хоть понять, зачем они нужны. Всем удачи. Всем пока.